Родина, это долг, где ты думаешь не только за себя, но и за своих близких. Родина большая, конечно. Я, наверное, такой закоренелый патриот. Мне очень нравится сплоченность не только вот в Астрахани, да? Астрахань богатая разнообразными национальностями, культурами. А в целом Россия вся, это как маленькая Астрахань, только больше. Потому что нас много, мы все разные, но в случае, как показывает история, в случае какой-либо угрозы, мы все становимся русскими. Неважно, кто какого вероисповедания, национальности, мы все один за всех и все за одного. Ферма основана весной 2015 года, непосредственно в историческом месте. Мы находимся с вами сейчас, стоим на берегу реки Бузан, это историческая река, где проходили челны Степана Разина. Соответственно, Володарский район и ферма Синеморца, почему такое название? В 19 веке старожилы так называли местный Володарский район. Синеморца, что означает в переводе «маленькое синее море», Синеморца. Отсюда пошло название, и, соответственно, здесь в свое время располагались синеморские рыбные промыслы, знаменитые своим богатым изобилием рыбы. Существует такое мнение, что рыба, которая растет в садках, она выращивается искусственно. На самом деле это большое заблуждение, потому что искусственно выращенная рыба – это рыба, которая выращивается в бассейнах. Они называются УЗВ – установки замкнутого водоснабжения. Сетровые у них… Они полгода едят, полгода уходят в анабиоз, в спячку. Соответственно, в бассейне температура воды одна и та же, порядка 21-24 градусов. При этой температуре рыба ест постоянно. Соответственно, если мы говорим про садковую рыбу, то это не есть искусственное выращивание. Как вы видите, рыбу от ее родной стихии отделяет только сеть. Через эту дель к рыбе заплывают частяковые мальки, рачки, жучки. То есть это тот рацион природный, сбалансированный, который идет в дополнение к корму. Чем мы удивляем наших гостей? В первую очередь это тишиной на фоне суетливых будней городских. Всегда приятно погрузиться в лоно природы. Прекрасное живописное место. Мы своим гостям предлагаем одно из развлечений. Во-первых, устраиваем акваэкскурсию и даем подержать в руки реликтовую рыбу для того, чтобы приблизиться, так сказать, к природе. Сильная, тяжелая? Тяжелая, да, дышит так. Можно загадать желание поцеловать рыбку в носик. Она обязательно сбудется. После акваэкскурсии, как мы ее называем, после того, как гости держат в руках рыбку, фотографируются с ней, целуют в носик, загадывают желание, мы приглашаем наших гостей к столу хлебосольному, где гости могут отведать рыбные деликатесы, осетровые деликатесы, которые готовили тогда, еще во времена Гелеровского. Гелеровский краевед Москвы, он написал классную книгу «Москва и москвичи» в своей повести и очень аппетитно и смачно, скажу так, описывал, как подавались в именитых ресторанах у Тестова, Вернисаж и Яр знаменитые ачуевские кучугуры. И этот рассказ, часть из этого рецепта легла в основу названия «Ачуевская с распахом». Как раз-таки мы ее сможем отведать, оценить по достоинству. Кормим гостей вкусно, уникально. На столе, в зависимости от сезона, есть еще арбузы знаменитые астраханские, овощи со своего же огорода. Ушица, ушица спеет. Ушица, друзья, только на костре, только стерляжи. Вах! Положили рыбку, положили картошечку. Сейчас закипит. Какая вкусняшка у нас на ферме. Хлебушек деревенский, между прочим. Рыбацкие грибочки, маринованные молоки, салатики всяческие собственных, огурцов, помидор, арбузик, ачуевская с распахом, вареные головы из ушицы, рыбацкие грибочки, салатик, помидорчики, огурчики, еще раз вареные головы, еще раз ачуевская с распахом, арбузик, хлебушек, рыбацкие грибочки, соки. Вот такой вот скромный у нас обед для гостей.
И вот гости возвращаются с экскурсии. Не буду им препятствовать садиться за стол. Ну и, естественно, приглашаем гостей на производство для того, чтобы они воочию увидели, как готовится эта рыба, которую они едят. Да? То есть мы приглашаем их в коптильню, показываем, как готовится эта рыба, то есть без использования каких-либо примесей, химикатов, жидких газов, то есть по-дедовски, как и нам, скажем так, завещали предки. На дровах, с использованием фруктовой щепы. Далее после экскурсии проходим в производственный домик, где показываем сам цех, где идет переработка, то есть посол, где вялится рыба, если мы говорим про балыки. Ну и, конечно же, рассказываем про то, что всегда есть возможность удивить своих родных, близких, отправив прямо из Астрахани посылочку вкусную, сувенир в качестве знака внимания, либо подарка в течение там, 1 часа-3 дней с доставкой по адресу. Беги отсюда, тебя самого здесь съедят. Год массированной репрессии, обыскивали дома, если находили хотя бы фотографии, связанные с казачеством, ну, репрессии, расстрелы и так далее и тому подобное. Граф Потасов, Бахмутев. Генералы стоят, и вот рядом три урядника. Вот это отставной урядник, самый первый. Отставной урядник Пугашов Петр Федорович, это мой прапрадед. Первый георгиевский кавалер Станицы Копановской. И вот попал на такую депутацию в 1972 году.